Тутбай, этот сайт чудесный. Да. Видели ли вы фильм «Партизан»? Фильм, он так, видимо, называется. И в этом фильме вас играет белорусский актер. Как написано, так прочитал. Это белорусский сайт Тутбай. Вот такой вопрос пришел из Беларуси. Я не видел и не знаю о существовании этого фильма. Имей в виду, значит, есть некий фильм под названием «Партизан» фильм, и там тебя играет какой-то белорусский актер. Надо посмотреть. Хорошо, еще один вопрос тоже из Беларуси. Пришел тоже от Тутбай. Все последние фильмы с вашим участием становились лидерами проката в Минске. Белорусские зрители очень часто идут в кино именно на Козловского. Я невероятно благодарен. Вообще, честно хотел сказать, что когда задали первый вопрос, вопрос про артиста, который сыграл в фильме «Партизан» фильм, я хотел сказать, что я очень скучаю по Белоруссии. А что тебя связывает с Белоруссией? Я там снимался в нескольких фильмах. И в фильме и белорусского производства, и в там, который был такой сериал «Покушение» давно, лет 10, наверное, назад. И фильм «Шпион» там снимался, и фильм «Пять невест» Карена Оганесяна. «Шпион» — это замечательная картина, с моей точки зрения, не только с моей точки зрения. Лёша Андрианова, отличного режиссера, с которым я работал, с которым, когда-нибудь, надеюсь, еще поработаю. И это были замечательные времена, замечательные. Я очень люблю Белоруссию, я очень люблю Минск, минчан. Невероятный город, гостеприимный, душевный, чистый. И, ну, как там жутко трогательно все. И я скучаю по нему, ну, по Минску. Приедем, еще, ну, вот, что, я не переживайте. Ну, что-то, ребята, я очень приедем, надеюсь, что, что туда приеду, может быть, даже осенью и на гастроли с одним интересным таким мини-спектаклем, не то что мини-спектаклем, а таким вечером, если все будет, дай бог, в порядке.